Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Так, у нас тут есть парочка турниров, что-то они как-то не особо не прикольные. Просто типа обычные, ну у нас сюда обычные гибриды, да, все в топе находятся. Потом битвы только травоядными, ну тоже как-то не прикольно. И вот что-то поинтереснее, это вот стая динозавров, то есть у нас три поединка, где нам нужно тремя динозаврами победить 9 противников. Ну, как обычно, 9 противников у нас не будут там шибко, короче, крепкими. Ну, давайте сейчас мы, как говорится, проверим, на что они там способны. Посмотрим, какой уровень, то сейчас редко играю, может уже что-то поменялось, но походу ничего не поменялось, по-моему еще легче стало, чем было. Ну, но здесь раньше была у нас одна битва, да, сейчас у нас три битвы по 9 противников. Так, ну здесь можно брать, то есть вообще более слабых существ на следующий уровень, наверное. Или у нас с каждой новой битвой уровень будет расти. Посмотрим. Так, ну это вообще легкотня, разминка будем считать. Интересно, один барионик затащит всех девятерых? Так, это было целых три удара, да? Ах ты гад. Поставил один несчастный балл в защиту. Так, ну, Анкилос. 30 уровень, прекрасно выглядит, в отличие от 40-го колорадского жука какого-то. Так, каритозаврика сейчас пустим на мясо. Три в атаку, остальное в перенос. Петушок такой, петушок. У нас какая-то Унарин, да, тоже такой, по-моему. Или, не, Галимим. Галимимчик у нас тоже похож на петуха на максимальном уровне. Так, древний тиранозавр, он же Гуань-Лунь, точнее, его предок, один из самых старых. Там Литронакс у нас, да, и Гуань-Лунь, да, это такие самые древние предки тирексов. Секадонт. Да, это у нас звероящер. Так, аэротитан, кстати, аэротитана вы давали в наборе, вот я получил там за выполнение каких-то там условий. Как раз вот когда запускал игру, она мне дала в подарок этот набор аэротитана, который разблокируется, на когда вы достигаете уровень парка 70 уровня. О, ну ничего себе. Давайте даже вот так сделаем. Ух ты, ё. Надо же было прям так. Так бы победил, точно, Барионис бы всех затащил. Ну а сейчас придется его таки слить. Ну, чтобы не затягивать. Так, ну и Акрокант. Атака на 2. Так, ну первый бой был разминочным, да? Надо индоминуса взять, мне кажется. Давненько что-то я не сражался им. То у нас уже в Jurassic World Live прям два индоминуса. Легендарный и эпический. Так, ну соточку. Всего лишь 100 генов. Награда так, так себе. Так, а ну где ты тут наш индоминус? Вот индоминус наш. Эудиморфич и Крутик. Погнали.
Так, минус один. Чё, опять начинаем с Анкилоса? Ну ладно. Ати давайте. Ничего себе, 4 балла насобирал. По-моему, эти ребята покрепче, да, уже. Ладно, давайте я уже буду считать. То я первый бой вообще наугад атаковал. Так, не глядя. Здесь будем считать. Кетцекуатль, один из крупнейших птерозавров. Решил не атаковать. А там травоядный. Он урон нам не нанесет, стегоцератопс. Эти давать. О, колорадский жук идет. О, 62 уровень, ничего себе. Раньше здесь не попадалось таких вот вкачанных ребят. И надозаврик идет. Тоже броник. Ну, 6, 5. Че ему? 5 хватит? Да не пробьет же. Не пробьет. Ать-двать. Так, Эриопс следующий. Он предпоследний у нас, так. И там идет... А, вот. Процерат у нас тоже ж к, да, к Тирексам относится. А, пробил таки. Ну ладно. А, это Протерогиринус, они что-то похоже их путают. Эриопс и Протерогиринуса. По картиночкам. Так, и Процерат. Процерат. Так, ну еще один поединочек нам остался. Так, кого мы здесь возьмем? Мне вот Спинатозух нравится. Моностигатопс. И пусть будет Раджа. Так, Акантостега. Древнейшая амфибика. Так, Метрия Лонг у нас следующий, да? Или Метрия Ринг? Или Метрия Лонг, или Метрия Ринг? Как там тебя зовут? Метриоринг. Потому что, да, так как название у него очень похоже на птерозавра. Вот Метриоринг. Метриолонг — это у нас гибрид уже, да? Мощно. Терезинка, 24-й. С мега уроном в соточку. Ну, не буду я пытаться сохранять Спинатозуха. Мы на Стегатопсом повоюем. Который сейчас в Jurassic World Live стал топовым динозавриком. А мы все равно его пробиваем.
за один удар. Не знаю, почему я на 2 проатаковал, просто так. Смотрите, вообще не проатаковал, гаденыш. Так, ну нормально, я защитился, то есть, а то сейчас Раджик 85-го, там на суд от Сиратов 216-й следующий. Так, еще один кто-то у него остается. Так, 1, 2, 3. Вот ты ее выжил. На тебе. Готовый полосатый тигр. Так, Насута и... Ага, и лабиринта. Как там тебя? Ло, как, блин, забыл. Это он появился в одно время с лабиринтозавром. Аланкилозавр, во, вспомнил. Супер удар от Насута с Ратопсом. Молодец, пробил таки. Не помню просто, что там у него оставалось. Ну, отлично. Алангозавр. А я Алангилозавр, по-моему, сказал, да? Алангозавр. Слабачок какой-то он. Я его за один удар пробиваю. Ну вот и все. И дали нам Сарказуха. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь и до скорых встреч.